для охотников вообще исключительно полезная штука. Конечно, это устройство подойдет тем, кто охотится по копыту, по лосю, по козам. Можно посмотреть на поле, даже в полной темноте. Можно увидеть, присутствует зверь на поле или нет. Всем привет! Пока в нашей стране санкции, одни компании уходят. Как говорится, свято место пусто не бывает. Приходят компании другие, в том числе компания Айрей, китайская компания по производству различной тепловизионной техники. Сегодня хочу представить вам самый маленький тепловизор, который я когда-либо держал в руках. А я их держал. Модель называется Т2+. Вот, собственно, и все устройство. Для охотников вообще исключительно полезная штука. В чем смысл такой вещицы? Самое элементарное ее применение — смартфон у нас сейчас у каждого всегда с собой. Вставляем, открывается приложение, включается тепловизионный режим, и мы можем видеть различные тепловые объекты. Также есть фокусировка. Вот можно сфокусироваться на любой объект. Вот позади меня находится моя собака. Я на нее фокусирую объектив. Четкость очень хорошая. И вот можно видеть. Различные имеются палитры. Следующий вариант применения данного устройства — это уже мне напоминает более-менее профессиональный тепловизор. Вот собрал такую вот штуку, с ней идут много очень различных креплений в комплекте. Зажимается вот так тепловизор. Подключается вот через кабель. И уже как профессиональный тепловизор это все работает. Так же само можно смотреть с ручкой. Есть лазерная указка. Нужна она для того, когда данный тепловизор используешь не на охоте, а на обследование какого-то объекта, например, жилого помещения, и нужно выяснить, где теплопотери. Есть специальная таблица такая по СНИПу, там разница температур должна в жилом помещении не превышать перепада 4 градуса. То есть получается, берешь, допустим, стену в доме, межкомнатную перегородку, она, допустим, 20 градусов. И дальше уже от этого отталкиваясь, обследуешь все помещение. И все, что ниже, допустим, нашел где-то в углу 10 градусов. Это уже считается как бы зона
промерзание. Ну и чем больше разница температур, тем, конечно, серьезнее уже вот эта проблема у жителей этого дома. Также можно окошки проверять. Вот окна вставляют пластиковые, следом посмотрел, проверил, что у тебя все качественно сделано, двери входные, все такое. В строительстве очень полезная штука. Я когда-то учился на энергоаудитора в политехе, также имел тепловизор строительный, профессиональный, занимался, был такой свой небольшой бизнес, людям показывал, по объектам ездил, в том числе со строительными компаниями работал. Они за подрядчиками, за своими следили, чтобы качественные работы выполнялись. Ну вот ездил, смотрел и отчеты им делал. Вот в этом плане данное устройство, оно ничем не отличается особо. Также здесь выставляются температурные точки, можно видеть. Вот сейчас я включил, у меня на экране показывает температуру в том месте, куда я навел устройство. Самую горячую точку на экране и самую холодную. Вот самый холодный снег, сейчас -3.5 градуса. Горячая, это собака. Шумка! Шума! Сиди спокойно там! Чё ты? Суетится. Для охоты такому устройству применение, конечно, тоже имеется. Для тех, кто охотится по копыту, по кабанам, по лосям, по козам, в полях, особенно ночью, данный прибор позволяет в полной темноте видеть тепловой объект того же лося. Ну, я думаю, метров за 400 свободно увидишь. У меня был профессиональный тепловизор, 350 метров он. Сейчас, конечно, технологии уже подтянулись. Точно не помню дальность данного прибора, но 300 метров железно. Увидишь крупный объект. Какой-то, конечно, воробья за 200 метров, он, я думаю, с трудом определит. Но вот какие-то такие объекты, тех же собак, зайцев, косуль, волков и лис, без проблем. Лазерным целеуказателем точку наводишь. В помещении обычно сложно прицелиться точно. Вот сам себе наводишь и смотришь, куда тебе надо. Видишь на экране, что происходит. Вот еще интересный режим. Можно и тепловизионные съемку вести сразу. Например, окошки смотреть. Где сифонит. И сразу параллельно снимать обычное видео. Также с данным устройством в комплекте шло приспособление такое для установки его на оружие огнестрельное. Пишут, что выдерживает отдачу охотничьего оружия, карабинов. Но проверять, честно сказать, не хочу на себе, особенно на своем телефоне. Потому что если даже тепловизор выдержит отдачу, то смартфон-то разлетится там, по-моему, в пух и прах. Ну а на мелкашке, на воздушке, я думаю, мы его поставим, посмотрим его в работе и причешем серую ворону. Скорее всего, товарищ ко мне приедет. У него есть воздушка. Устанавливается вот эта штука на оружие вместе со смартфоном. Пристреливаешь по смартфону винтовку. И можно прям стрелять с телефоном, с тепловизором. В любую видимость, так скажем. Плохую, хорошую. Днем, ночью. Разницы нет. Тепловой объект отличит без проблем. Но о том, как я это все буду на оружие использовать, это уже в следующих видеороликах. Сегодня продемонстрирую его работу. Дома поснимаю.
своих домашних животных. Вот расстояние примерно 60-70 метров. Охотится на крыс и мышей. На смартфон устанавливается приложение InfiRay. И с помощью его приложения и данного устройства можно прям творить чудеса. Смотреть все, что душе угодно. Вот и все дела. Также это не первое устройство от компании iRay, которое я держу в руках. У меня был тепловизионный монокуляр на обзоре тоже. Ну, что? Вещи делают хорошие. Ссылочку на данное устройство оставлю в описании, кому интересно. Самый главный плюс данной игрушки. Во-первых, это его мизерный объем, габарит и вес. И второе, его стоимость. Меньше 30 тысяч рублей можно данное устройство купить. Для тепловизионной техники это, конечно, супер цена за такие возможности. В среднем сейчас тепловизор такой строительный, так скажем, который как тоже как тепловизионную гляделку можно использовать. Я думаю, сейчас от 200 цен начинается. На это вот меньше 30. Ну а теперь несколько примеров с данного устройства, что он может, вам покажу. И до новых встреч на нашем канале. Записываю звук со смартфона, вставил тепловизор. Напрямую смартфон подключил. Вот такого качества звук пишет. Вот. Выделил тепловой объект. Свою кончу по кустам. Молодец. Шуму давай. Поищи, поищи.
Вот сейчас камера показывает среднюю температуру, желтую, ну это куда я навожу курсор. Самую горячую точку, вот в данном случае это мои гончие, и самую холодную это дерево. Имеются различные палитры. Для охоты вот это, наверное, будет самый удобный. Также можно поставить режим картинка в картинке. Так сказать, режим приближения. Приблизить, отдалить двойным нажатием на экран смартфона. До 300-400 метров спокойненько будет видеть тепловые объекты. Конечно, это устройство подойдет тем, кто охотится по копыту, по лосю, по козам. Можно посмотреть на поле, даже в полной темноте. Можно увидеть, присутствует зверь на поле или нет. Также, я думаю, будет актуально для тех, кто охотится с лайками. Можно увидеть того же соболька. Кроне деревьев найти, думаю, проблем не составит. Особенно если подсвечивать вот точку самую горячую. Ну и слабаза, кто на медведя, кто на волка. Также можно увидеть, где кто есть, кто куда движется.